Всем здравствуйте, друзья, с вами я, Аш, и сегодня у нас выпуск второй рубрики «Футбольный окинатор». Сегодня у нас в гостях Strong FIFA. Здорово, дружище. Привет, привет всем. «Футбольный окинатор», думаю, вы знаете, что за рубрика. Тут мы выбираем по три игрока, будем задавать вопросы по очереди. Первый игрок с рейтингом 93, второй 96, третий 98. Мы должны угадать игрока нашего соперника. Ну, короче, вы поняли. Все, если наш Strong FIFA готов, мы начинаем. Конечно, я готов. Погнали, сразу. Let's go. Так, ну смотри. Играет ли твой игрок в топ-5 чемпионатов? Англия, Германия, Италия, Испания, Франция. Да. Играет? Так, хорошо. Так, мой вопрос. Этот игрок из АПЛ? Нет, нет. Окей. Давай так. Футболист, события, летний трансфер. Играет летние каникулы? Нет, нет. Твой игрок Информ? Карточка ТОЦ у тебя? Нет. Окей. Твой игрок... Игрок центра поля, а именно ЦЗ, там ЦП, ЦОП, ЦАП, НАП. Ну, центра поля ты имени нет. Ну, центра поля это полузащитник, окей. Ну, давай стрелять будем, давай АПЛ. Нет. Так, твой игрок, раз уж с рейтингом 93, правый вингер. Нет. Понял. Игрок из Охоты за сокровищами? Нет. Нет. Так, раз уж не правый вингер, раз уж не игрок центра поля с рейтингом 93. Это игрок из событий ЛЧ? Да. Хорошо. Так, значит, смотри, если это не кто-то с сокровищами. Ну, давай так, это нападающий, да? Типа, я имею в виду позицию от первой. А, нет. А, этот игрок левый вингер. Смотри, вопрос такой. Ты загадал пот мой, какая месяца? Это уже вопрос, да? Да, это вопрос. Потом игрок месяца или твой игрок? Да, потом. А, хорошо. Так. Это защитник? Нет. Так, смотри, если это потом, игрок из 105 чемпионат. Да. Это Испания? Нет. Так, этот игрок из Европы? Да. Смотри, мой следующий вопрос такой. Если это не нападающий, значит, можно, в принципе, уже убрать несколько вариантов из пота. Это немец? Да. Ну, давай, давай. Твой. Европеец, ЛЧ. Это вратарь? Нет. Блин. Я могу говорить игрока или я могу еще там? Да, можешь. Это Шолтенберг? Кто? Да? Нет, 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 ЦЗ. Нет. Окей. Это ПП? Нет. Я думаю, что это Дауд. Дальний получит. Да, все верно. Да. Теперь я говорю, кого я загадал, да? Да, да. Турганов. ЛП, да? Да, ЛП. Блин. Офигеть. Следующий игрок, значит. Да? Let's go. Интересно, интересно. Ребят, лайки зажмите. Очень классная рука. Теперь я начну, окей? Давай, давай. Твой игрок из Европы? Да, да, да. Да. Окей. Сейчас я, ну, минуту буквально уточню, если что, конечно. Ну, кто, ты думаешь, что да? Ну. Да, да, да. Теперь мой вопрос. Игрок из события летние каникулы? Нет. Сейчас я чекну, он точно не из каникулы. Ну так он должен быть фиолетовый. А, нет, 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 это не игрок из событий каникулы. Этот игрок из Ла Лига? Ну, чемпионат Ла Лиги. А, из Испании? Испанского чемпионата? Да, да, да. Нет, это тот игрок команды сезона? Нет, тот же самый вопрос. Это событий из событий тот? Нет.
Тропическое турне, которое сейчас сегодня заканчивается? Да. Хорошо. Это кумир. И кумир, или там еще этот игрок конца эры. Ну, короче, кумир и конец эры, нет. Тут два варика, давай я стрельну в этого уругвайца. Нет. Я что-то понял, что ты уже знаешь, кто это. Скорее всего. Задавай вопрос. Так, это защитник? Угу. Смотри, это Фирмино, да? Нет. Давай, ладно, так, раз уж игрок не из АПЛ... хотя, стоп. Это игрок из АПЛ? Я же не спрашивал. Ты не спрашивал, все верно. Ну, если брать пример как прошлого сезона, то это игрок из АПЛ. Спасибо, все, это мне, так скажем, подсказка. Ну, я должен был так сказать. Вот, окей, спасибо. А, стоп, это Мэнди, все, я знаю, вратарь. Нет. Ну да. Давай дальше. Игрок, который играл в сезоне 21-22 в АПЛ, да? Да, все верно. Этот игрок играл в финале Лиги Чемпионов. Не, ты чё? Как он мог играть в финале Лиги Чемпионов, если этот клуб вылетел, получается? Я просто не хотел сказать, что это игрок из Ливерпуля. Просто вопрос такой хотел задавать. Я понял. Короче, смотри. Блин, я не знаю, какие там еще у нас 6 карточки есть. Это из АПЛ игрок? Нет. У меня есть вариант. Один. Только... Ну окей, это англичанин? Нет. А, стоп! Ёлки-палки, вот это дурик. Это Телеш. Ну, Телеш с рейтингом 95. А, стоп, 95. Этот игрок... Из Челси? Стоп, блин! Все, вспомнил, в рулетке был этот. Ну, в рыбалке. Симон, да? 96. Нет. Этот игрок забивал гол в ЛЧ. Нет. Я не понимаю, зачем ты это спрашиваешь. Я тебе уже даже сказал, что он был. Этой команды нет уже в АПЛ. В АПЛ? Да ее нету в АПЛ, она вылетела. Я же тебе сказал, в прошлом году числился в АПЛ, потому что играл, но нет. Я думал, что ты говоришь про футболиста, который, ну, типа, перешел в другой чемпионат. Можешь подразумевать все, что угодно, я тебя уже натолкнул, давай, пускай не так. Вылетел. Короче, пофиг. Блин, я буду стрелять в позиции, я не знаю, это защитник. Ну, защитник. Так, нет. Это... Вратарь? Ну это точно не вратарь, точно не ЛВ, точно не ПВ. Ну давай так, это... Опорник? Нет, это игрок о нападении, ЛВ, ПВ, НАП, ЦФД. Ну всё, ты всё, чисто, да, игрок. Угу. Так, давай теперь тогда стрельнем ЦАП. Это ЦАП? Нет, этот игрок... Футболист из команд топ-6 и в АПЛ. Там Юнайтед, Сити, Ливерпуль, Арсенал, Челси, нет. Тоттенхэм. Вылетела эта команда. Алло. Блин, если эта команда вылетела, ну как так возможно, что у них игрок с рейтингом 96? Нормально, легко. Ты точно слышал про эту уверен. Так, давай мой вопрос. Значит, я стрелял в ЦАП. Ну, ЦП это осталось. Центральный полузащитник. Нет. Так, кто там у нас вылетел? Я даже не помню. Нет, Эвертон остался все-таки. Да и честно не знаю, блин. Это ФРВ? Да, нападающий. Это левый полузащитник? Нет. Это из событий каникулы? Это правый полузащитник? Нет. Это Митрович? Или он... А не, хотя... Да пофигу, это Митрович? Нет, ну как? Блин, я уже все позиции перечеркнул. Не все. Ну не все, ладно, окей, нападающий? Да.
Да, нападающий, ё-моё. Я имел в виду ФРВ, подожди. Да. Ну да, понял. Норвич-то вышел, да? Ну, вылетел, точнее. Это игрок Норвича? Ты вопрос. Вопрос задай, да, это игрок. А, всё. Ну, я думаю, ты угадаешь. Блин, если это ФРВ, ёлки. Надо куда-то как-то вспомнить, попытаться это играть. Давай так, я уже знаю уже, кто твой игрок. Дам тебе подсказку, если хочешь. Ну, блин, я не знаю. Ну, может, я вспомню. A few moments later. Это игрок из серии А. Серия А? Давай, я не знаю. Блин. Блин, короче, тупорылый вопрос, давай, пускай будет. Серия А, итальянец? Нет. Так, значит, давай. Пуки, да? Ну да, это тему. Так, мой игрок... Запата, Дуан. Чего, блин, а откуда у него там карточка? Ну вот, оказывается, есть. А, все, я вспомнил, карточка Пака. Черт, я забыл. Но ты был близок, да. Там, уругваец, бразилец. Ты, блин, намудрил, ладно, давай тогда третий. Так, третий, финальный раунд, значит, да, 1-1 счет. Теперь я начинаю. Так, смотри, игрок летних каникул, да? Да. Хорошо. Так, твой игрок из событий турне тропическое? Типа там турне сил нет, не тропическое. Окей. Так, давай так. Я буду просто стрелять по позициях, там потом я пойму, скорее всего. Это вратарь? Нет. Так, твой игрок из событий тот? Нет. Это нападение, да? Да, ну там, ПВЛ, В, ПРВ. Так, твой игрок из событий каникулы? Да. Если это игрок нападения, значит, я сейчас буду думать варианты, которые, в принципе, были. Игроков я там насмотрелся пипец сколько. Я должен помнить. Блин, было бы круто еще позицию знать. Думаю, это бы упростило ситуацию. Давай так, это нападающий? Нет. Ну, именно нам? Нет. Так, твой игрок, хотел спросить то же самое, это игрок фланга? Уточни. ПВ, ПП, ПЗ, ЛВ, ЛП, ПЛЗ. Да, фланг. Угу. Ну, давай, пускай я скажу правый. Да. Так, твой игрок давай. Из лиги, Лига 1? Из французской. Нет. Мой ответ, ПВ из обмена... Нет. Так, твой игрок из топ-5 лиг? Да. Так, ну и какая там собака? Вообще, в теории, кто там был первый скрин? А для чего я вообще взял, что это ПВ? Может, это... Ну, давай я скажу, это ЛВ? Нет. Стоп, а что я спрашиваю? Это НАП? Спрашивал. Да? Про НАП спрашивал, да? И ты сказал, что это НАП. Ты сказал нет. А, сказал нет? ЛВ нет? Я просто их не выписываю, ладно. Дружище, я шучу, это Онра. На чем это сидит? Это мини-традиция рубрики «Футбольный окинатор». Я увидел у других фиферов. Я понял, короче, ты решил меня проткнуть. Да, да, да. Ты выиграл, поздравляю. Ура, ура, ура. Сюи, да? Там вообще другого варианта. Ну, в принципе, все, ребята. Если вам ролик понравился, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Strong FIFA, ссылка есть в описании. Давайте побыстрее набьем 24 тысячи подписчиков. Уже есть. А, уже есть? Давай тебе там лучше набивать 4-5. Подписывайтесь, ребята. На него, на шумката. Да. Все. Спасибо. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока, ребята.